Но я думаю, что во многих семьях такая тема есть. Потому что мама одна, а нас двое, трое, четверо, а если 10, то знаете, и у каждого может встать вопрос, а вдруг мама ее любит больше, чем меня? На самом деле мама любит не одинаково, мама любит по-разному каждую. Вот, для каждого ребенка отдельное сердце у мамы есть. И с учетом того, какая ты, мама другая становится с тобой. А с тобой мама станет совсем другой. Это, знаете, не одна и та же мама. Вроде одна и та же, а с каждой разной. Вот даже когда вы ругаетесь, у мамы как будто сердце, вот так, знаете, раздваивается. Она и одну начинает чувствовать, и другую, и начинает, а как же найти общий язык? А что ж такое сделать? Это каждый раз для мамы вызов. Поэтому не только вы развиваетесь, мама тоже с вами развивается. И неизвестно еще, кто у кого, вот этот разум кипит еще больше, чем у вас. Просто вы тоже любите маму по-своему и никогда не с кем.